Всем привет! В этом видео я покажу, как сделать полезную самоделку из нерабочей светодиодной лампочки. Разбираем лампочку при помощи лопатки или плоской отвертки. Плата вместе со светодиодами нам не понадобится, нужен только корпус. При помощи ножовки по металлу нужно отрезать цоколь. Далее штангенциркулем замеряем внутренний диаметр корпуса. Затем берем кусок текстолитовой монтажной платы и вырезаем из нее круг согласно размерам. Теперь на вырезанной плате размещаем светодиоды и спаиваем их параллельно друг к другу. К плюсу и минусу светодиода припаиваем провода. Теперь эту плату нужно вмонтировать в корпус от лампочки. Наносим клей, а затем вставляем колбу. Далее нам понадобится небольшой отрезок 32-й канализационной трубы. В ней нужно просверлить отверстие диаметром 6 мм. Затем берем моторчик с редуктором и вставляем его внутрь трубы так, чтобы вал выходил через отверстие. Моторчик нужно зафиксировать с помощью термоклея. Также наносим клей внутрь трубы и вставляем туда лампочку. Лампочка входит плотно и держаться должна хорошо. Далее понадобится пластиковая бутылка, от которой нужно отрезать горлышко. Наносим на горлышко клей, а затем вставляем его с обратной стороны трубы. Теперь провода от светодиодов соединяем с проводами от моторчика. Все хорошо пропаиваем и изолируем термоусадочной трубкой. Прячем провода внутрь и закручиваем крышку. С этим пока все. Далее нам понадобится кусок шпильки с резьбой и колпачок от ручки. Вставляем шпильку в тиски и изгибаем ее, как показано на видео. Вот так вот должно получиться. Далее в колпачке сверлим отверстие под диаметр шпильки. Одеваем колпачок на шпильку, а внутрь засыпаем соду.
Все хорошо утрамбовываем и капаем немного суперклея. С обратной стороны шпильки одеваем термоусадочную трубку и прогреваем ее с помощью фена. После прогревки на шпильку одеваем небольшой отрезок пластиковой трубочки и закручиваем гайку. Для фиксации гайки капаем немного суперклея. Одеваем колпачок со шпилькой на вал моторчика, и на этом этапе самоделка завершена. Как видите, это получился фонарик, для работы которого не нужны батарейки. Просто вращаете ручку, и моторчик вырабатывает энергию. Светит фонарик отлично, и самоделку я доволен. Если вам также понравилась такая идея, поставьте этому видео лайк и поделитесь им с друзьями. Также не забывайте подписываться на канал и нажимать колокольчик. Всем спасибо за просмотр и всем пока!